Вот такой поролон 140 миллиметров. Вот. Все, вот я одну приманку достал. У него уже получил порядка 10 поклевок и 3 рыбины. Ух ты! Вот это поклевочка! Вот этого я уже пробил. Блин, сошел что ли? Сошел, а? Сошел, блин, хороший был. Ух ты, бля, сошел, что ли? Нет. Промазал. Есть, красиво. Опа. Еще такой же двушечка. О, красивые рыбки. Так. Весы. Надо взвесить, мне обязательно. Я брал. Сам сошел, молодец. Я бы уже отпустил его. Блин, ну так сильно подсекаю, блин. Может еще затянуть рекцион? Да, пожалуй, я, наверное, еще затяну. Вот так вот. Ну, с подсечки же не должен оторвать. Потому что, блин, не пробиваю я нифига его. Я думал, зацеп сначала, блин, не понял. Это, блин, рыбина. Даже по поклевке-то не увидел. О! Трясет головой, гад. Опа. Блин, думал, зацеп. Тоже помельче. Тоже помельче. Так вот, я тоже возьму. Маме. Везу. О.
все, остальных всех буду выпускать. Хорошо, садочечки. Хороший. Тонусик схватил. А я говорил, на изик не клюет. Только его забросил, он на изик отдал прямо у лодки. Так, надо мне его отпустить. Этого судачка. Вот этого я буду уже отпускать, но он изика заглотнул. Я что-то все в него не верил, что не клюет на него. Забросил, он клюнул. Сейчас я его отпущу. Сейчас мы его отпустим. Сейчас, короче, ребят, я одного отсюда выпущу, потому что у меня у этого судака глаз ему повредил. Приманка там осталась, поэтому я его возьму, а побольше выпущу. Этого выпущу хорошего. У него глаза в порядке. Опа. О, ушел. Блин, он умрет этот, который без глаза-то. Так получилось, что. Что, друзья? Судаки клюют. Вот сейчас одного вот. Хотел, ну, поменял его. Хотел одного сначала выпустить, а так того, которого поймал. А у него, я когда вытаскивал приманку, она зацепила глаз, и пришлось ему приманку вытащить вместе с глазом. И принял решение отпустить более крупного. А такой двушка, а этот без глаза я потом взвешу, наверное, 700 кг. Вот, продолжаем рыбалку. Офигенная погодка. Кайф. Ребят тут ловили рядом, не получилось у них поймать. Вот. А так кайфово. Вот. Судак вышел кормиться на глубину 1,7, и тут так и стоит, периодически выходами клюет. Продолжаем. Так, ну что, друзья, изик, на которого я поймал судака, вот такой. Оторвал я его, потому что здесь коряга. Вот, ребята подъехали на лодке, подписчики.
Вот, я им подарил судака, который у меня без глаза был. Блин, пораньше бы сказали, я бы того не выпускал. Но вот эти два живчика у меня живые, отлично. Вот они, оба хорошие судачки. Вот, одного я выпустил. Ну, надо ловить. Одного хотел, трех взять. Да, надо еще одного поймать. Не сегодня, так завтра. Так что продолжим. А, ребята поймали одну щуку хорошую, такую, 3-4, не знаю. И вот судака я им дал. Судак такой, да, хороший тоже. Двушка, наверное, без глаза. Будем пробовать. Вот поролончик голубой поставил на него. Ох, блин, как он ударил от подлодка, прям шел, наверное, за ней. Как жестко. Поклевка такая, конечно, жесткая. Наверное, уже к лодке подходил и в последний момент ударил. Сетный крючок, блин. На дракончика. Кусается. Судачок кусается, да. Может, поролон надо поставить, потому что, блин. О, крючок торчит, а никого я не подловил. Дракончик, дракончик. Вот на него там все равно по 5, по 10 бросочков делаешь. Он работает. Если на него ловить постоянно, он, та приманка рабочая. Где-то там вдалеке куснул. Переместился. Может, коряшка там еще, около коряшки проходишь там. И он из-под коряшки выныривает. Рифмес какой-то. Да нет, все нормально. Крючок убрать. Если он хорошо даст, я подсеку, я его должен поймать. Да, надо третью рыбинку мне поймать. Так, в целом я отловился неплохо. Получается, я 3 отпустил. Один у меня сошел у лодки. Одного я отдал ребятам. И 2 у меня в садке. Ну и поклевок еще вы видели, сколько там. Немерено. Сходы. Интересная рыбалка получилась. Я очень доволен. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас дожидаемся еще одну рыбку и едем домой отдыхать. О, такая вот тут коряжина. И вот тут рыбка вокруг нее. Вот я еще 10 бросков делаю здесь. Рыбка закрыла рот. Вот уже час я тут переставляюсь, ищу. Пока никаких поклевок нету. А приманка та же. Вот поролон синий, на который клевала. Делаем вывод. Клевала с 11 и до 3. Где-то до 3:30, по-моему, последняя поклевка. Сейчас уже в районе 5. Вот, ну я тут пока судака там отпускал,
пока ребята подъезжали, я им судака отдавал, то есть я там, в принципе, полчаса провозился. Вот, ну и час полноценно вот ловлю где-то с 4 до 5. Вот, поклевок нету. Думаю, на вечерку я оставаться не буду. Мне достаточно этих двух судаков крупных. Вот. Если я третьего не поймаю, то я двух привезу домой. У меня еще есть 2 дня. Я за 2 дня точно поймаю кого-нибудь. Вот. Там. Не в морозилку. Морозилку я рыбу не беру. Вот именно поймаю одну рыбинку, чтобы мне отвезти домой маме. Я в прошлый раз маме судачка отдал. Она обрадовалась. Вот. Все, в общем, не прощаюсь. Пока ловлю. Вот. Еще тут десяточек забросиков сделаю. Приманку, наверное, менять не буду. Потому что если у него будет выход, он и на эту ткнет. Ну что, ребят, завершила свою рыбалку. Сейчас уже где-то 5:30, ну, к 6. Клев закончился где-то 1.5 часа назад. Вот, значит, переложил я судаков в ящик. Такие вот красавцы. Итог. Значит, сегодня я выпустил 4 рыбины. Одного первого 3,5, потом маленького. Двух я выпустил таких двушек. Вот, одного отдал, подарил, и двух взял. Множество было поклевок. Сходы, все видели. Ребята подъехали, одну щучку поймали. Ну, я и дал им судака. Надо было уезжать им. Я поймаю еще. Завтра будет рыбалка. Соответственно, съемка, соответственно, рассказы обо всем. Сегодня 31 августа 2024 года. Вот. Я выехал на рыбалку в 8 утра. Вот. Уровень воды вот такой уже видно, да? То есть упала водичка. По берегам видно, что упало прилично. Но если брать с предыдущими годами, не сильно. Вот. Собираюсь половить сегодня хищника с утра. Там дальше будет видно. Каша есть у меня. Если буду вечерком ловить леща, подлещика, то тоже буду снимать. Все. Подписывайтесь на мои каналы. Дзен, YouTube и Telegram. В Телеграме чат у нас. Вот там я все рассказываю сразу с рыбалки. Все остальные видео выходят позже. На неделю, на две. По вторникам. Начинаем рыбалку. Мне ни хвоста, ни чешуи. Шикарная погода. Продолжает радовать. Вот. Здесь пока рыбаков никого нет в трубе. Посмотрим там, что у нас будет. А так, сзади видно машинки, прицепы. Все, вперед. Приехал на место, сейчас начинаю ловить начну на изик. Вот я его сделал теперь на осете. Такой большой крючок, 12 грамм, по моему у меня грузик, да, 12 грамм. Вчера я его оторвал на коряге. Вот ловлю я на спиннинг, нарвал River Dance до 70 грамм. Видно. Вот. И то фрикцион закрутил, и то не пробиваю. Даже на такой жесткий спиннинг. Посмотрим, что.
это получится. Тут глубина, значит, где-то от 2 до 1,7 метра. Вот я, по-моему, встал на 2, а буду забрасывать на 1,7. В такую жару. Сейчас жарко. Температура воды падает на 3 градуса за ночь, потому что ночью холодно, а днем разогревает, и температура воды поднимается. Вот. И где-то вот в этот момент, когда начинает пригревать, здесь судак из-под коряк выходит поохотиться. Где-то так на полчасика выйдет, поклюет, перестанет. И так вот где-то с 11 до 3 происходит, как вчера. До 3:30 где-то. Потом вот ни одной поклевки не было. Все. Будем пробовать. Мне нужно поймать одного судака, которого я вчера ребятам подарил. Остальных всех буду выпускать. Потому что я вчера 2 уже взял. Сошел. Начал клевать. Ладно, продолжим. В кончик так ударил, конечно, жестко. Нифига не подсек. Поклевка такая, конечно, блин. Звонко прям спиннинг. Так, ну что, вот поролон закончил свое существование. Ой, хватило его на 5 поклевок и одну рыбину. Меняем. Один поролончик я отдал Дане, подписчику. Вот, я надеюсь, он не поймает рыбку.
У меня еще два есть. Вообще, конечно, я хочу вот такой слак разловить. Блин, он с крючком, конечно, открытым. Вот. Прям реально хочется на него поймать рыбину. Попробую на этот слак. Не, рыбалка у меня, конечно, получилась отличная. Что я желаю, чтобы у вас происходили такие же рыбалки. Вот смотрите, где я ловлю и как я ловлю. Я всегда объясняю, на какие приманки, на какой глубине, какая температура воды. Вот мне хочется до вас донести, чтобы вы тоже ловили и были всегда с уловом. Все, ни хвоста, ни чешуи. Всем рыбакам. И так же, как я всегда говорю, счастья, любви, здоровья, удачи. Берегите себя. До новых встреч. Подписывайтесь на мои каналы. Дзен, YouTube, Telegram.